Многие из нас обращаются в поликлинику лишь когда возникают проблемы. Между тем, болезнь легче предотвратить, чем лечить. И с этим полностью согласны почти 22 тысячи видновчан, прошедших диспансеризацию в прошлом году. Цель диспансеризации – максимально сохранить здоровье жителей на ранних стадиях, выявляя не только смертельно опасные заболевания, онкологию и ишемическую болезнь сердца, приводящую к инсультам и инфарктам, но и другие распространенные заболевания. Таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, также факторы риска, которые приводят к этим заболеваниям, повышенный сахар крови натощак, повышенный холестерин, избыточная масса тела. За период с 2013 года в нашей стране диспансеризацию прошли более 200 миллионов россиян, 30% из которых, как выяснилось, нуждаются в лечении. Из почти 22 тысяч обратившихся к врачам в РКБ в прошлом году на дообследование направили почти 10 тысяч человек. В лидерах по-прежнему заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов пищеварения и дыхания. Было впервые выявлено 68 онкологических заболеваний. В принципе, диагностировано 128 заболеваний онкологических. Также впервые выявлено из болезней эндокринной системы сахарного диабета 77 человек. И эта статистика только по городу видная. Медики отмечают, что желающих проверить свое здоровье с каждым годом становится все больше. Я прохожу, потому что проблемы со здоровьем есть, чтобы вовремя выявить причину каких-либо заболеваний. Я считаю, что это вроде как бы надо. Чтобы чувствовать себя увереннее. И самое главное, когда пройдя диспансеризацию, ты не находишь самого главного, не находишь себе лишних болезней. Самые активные – женщины старше 40 лет. А вот мужчины, как и прежде, приходят на диспансеризацию неохотно. И зря, ведь теперь выкроить время для обследования гораздо проще. Жители Ленинского района, а также лица, прикрепленные к лечебным учреждениям Ленинского района, могут пройти диспансеризацию с 8 часов до 10 часов ежедневно. А обратиться можно в течение всего рабочего дня, и врач как бы направит. Также пройти обследование можно по субботам с 8 до 10 часов утра. Не дышать! Среди населения популярны так называемые единые дни диспансеризации, когда, придя в поликлинику в любое время с 8 до 13 часов, можно пройти все нужные обследования сразу. Самый ближайший такой день – 25 января. Советую внести эту дату в свой ежедневник. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.